Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и мы в Sid Meier's Civilization 4. А на канале, кстати, Лёша играет. Продолжаем за Великобританию пытаться наконец тут победить. Сколько не было стримов, у меня еще ни разу, ну, на стриме именно и на записи игр не было победы. Четвертую циву, так где-то у нас еще был уран. А, он уже добавлен. То есть у нас три ресурса урана, правда, я не уверен, что это как-то сильно нам плюс. Прямо так. Давайте, наверное, мы сразу всеми этими ребятами пойдем вот сюда домик строить. Так, еще шпион. Пытаемся... Видите, христианскому миссионеру не удалось христианство распространить. К сожалению. Так, вот эти два леса можем вырубать спокойно. Корпорат добежал. У нас вообще... Всё, раз, два, три, четыре. Так, смотрим. 51 на 48. Не получилось. Вообще в городе... Тут и счастье, и вообще всего дофига. На таможне долго делается. Ага, христианских миссионеров... Не лезет. Может тогда... Да, давайте, наверное... Суд построим. Но тут ничего из этого не добавит нам роста еды. Гавань я построил на еду. Ладно. Так, двигатель за три хода. И торговля, по-моему, проверял в конце... Как раз. Так, слушайте, а нам, наверное... У нас вообще на Чингисхана резолюцию передать Баватинг Чингисхану. Так, Баватинг и Нингсия. А можно мне увидеть, прежде чем... А, ну давайте, пускай передает. Вот, Нинкси я на самом деле хотел. Передали. А Баватинка где? Хрен знает где. Так, еще попытка культуру распространить. И снова не получилось. Ну, еще инженер. Блин, у меня так много инженеров появляется. У меня, кстати... Давайте чуть микроконтроля. Я бы хотел все-таки пророка еще у нас не сделано для... Для... Диасизма не построено. Пускай вот это все обрабатывается. Это что, ограничена рождаемость, между прочим. Не надо. Ну и, кстати, здесь уже можно на рост. Тут сейчас еще и ни здоровья не будет вообще. Здесь можно отрасти. Здесь можно вырасти. Так, на какое чудо мы можем этого инженера? Тут, ну, на Пентагон, если только добить, да? Ну, не добить.
Причем это он не полностью добьет его. Надо еще строить будет два хода. No problem. Так, а что у нас в Бешбалыке? У нас в Бешбалыке он восстание из-за влияния монголов. Не знаю, можно ли считать, что поздновато коттеджи строить, но у меня сейчас только цивиков принято всякого, чтобы они очень быстро росли. Я думаю, что нормально. Так, амбар в Тибризе. Храм конфуцианский. Просто столица Каракорум. О, получилось, передали город. Ну вот и где он был? Вот, вот он, Баватинг, блин. Надо было это сначала отдавать. Строю ферму. Может, город все-таки к нам отвалит. О, уже 50% больше в нашу пользу. Давай. Не получилось. Не получилось. 4 раза подряд с вероятностью 59%, что должно было получиться. 4 раза подряд не получилось. Обожаю вероятность от Фераксис. Как всегда. Так, конфуцианский миссионер. Ну, нам распространение религии дает денежку за великую постройку. Я поэтому хочу и... Так, есть нацпарк. То есть у нас тут вообще... Это все равно два... Ну, это от здания, видимо. Геми больницы, зато куча несчастья. Блин, а что у нас тут несчастья вроде не было? Наверное, а, я понял. Это снизилось. Чё так? Ковентри. Меня Ковентри и Кентербери постоянно путаю. А, здесь рыбку. Так, слушайте, надо тут, знаете, тогда что? Давайте... Какой морской юнит самый крутой? 8 атака. Что тут плавает вон этот варварский, варварская тварь и грабит мне. Даже можно два можно промышленных судна будет сделать. И грабит мне все тут. И у меня из-за этого здоровье ушло, потому что рыба.
Сейчас еще в Кентербери население уйдет. Все в этой жизни находится где-то еще. И ты можешь туда добраться на машине. Нефть или уран? Так, слушайте, я могу десант эти вот эсминцы, наверное, строить уже. Так, Пентагон. Куда у нас корпорация еще не добралась? Орик, Ньюкасл, Аслгиби. Орик у нас вот тут. Ньюкасл у нас вот тут. Нет, давайте в Аслгиби. В Ньюкасле меньше населения. Так, хотел посмотреть тут. Все равно невозможно. Требуется нефть или уран. Так, а почему у меня уран? Ну, кстати, урана нету. Вот же уран. Вот он обработан. Три штуки. Что-то я не понял, почему у меня считается, что урана нету. Где типы ландшафта? Ресурсы. Уран. Рудник. И рудник обработан, и дороги проведены. Почему его нету в списке? Торговать ими не могу. Так, что-то я не пойму. Ну, технология с ураном открыта. Вот она, физика. Открывается уран. Блин, там может что-то... Ну, нет. А, открывает добыча расщепления атомов. Блин. То есть вот сюда надо. И тут даже не написано нигде, что это добыча делает урана. Ну, я, наверное, сюда и пойду тогда. Через электричество. Так, там коммунизм хотят продать. Что он дает? Собственность. Доступны постоянные соглашения. Великий шпион. Кремль можно строить. Разведуправление. Ну, предположим. Майя и Юстиниан продают. $3.95 за $4.974. А Юстиниан? Вот $3.979 на 3 вот так. И он мне еще золото даст, да. Вот это мне интересно. Может, ты еще и... Да не, хотя как хочет. Пока я кормлю голодных, меня называют святым. Но стоит мне спросить, почему они голодают, как меня называют коммунистом. Ну, рыбу я сам обработаю. А почему у меня постоянно как будто отваливаются его вот эти ресурсы? Я не каждый ход. У него это спрашиваю. What do you need? Так, счастье тут надо. Еще давайте развед храм. Не развед храма, а просто храм, а потом развед управление. Как-то так. Так, тут нам счастья не надо, как и здоровье, так что, в принципе, можно... Слушайте, давайте я тест построю, посмотрю, даст он только здесь, типа, электричество, или
еще куда-нибудь. Разведуправление. Не, нормально, что мы обменяли на коммунизм. Мне нравится разведуправление. Блин, я хотел посмотреть, что я там на Чингисхана трачу шпионаж. Мне кажется, не надо. О, еще и шпиона раскрыли около Адулиса. Саладин, Зарек... А, нет, не трачу. Ну, видимо, мне это все открыто, потому что он мой вассал. Так, 50 англичане, 49 эфиопы. Пятое. Ну, это прикол. Это слишком... Слишком... Так, вероятность отступления, вероятность дополнительного первого удара. Вот это давайте. О, странно. А, он просто занимает клетки, но как бы не их не разграбил. Тогда, наверное, одно промышленное судно. Я хочу еще вот этих рыб обработать. Еще глянем, у нас тут нету в наших границах каких-нибудь ресурсов нету. Я тут, кстати, плавает. Вон, какая-то лодочка плавает. Надо, наверное, вернуть на нашу территорию и апнуть. У меня на автомате плавает. Кстати, я ж могу ее чисто монголу вернуть даже. Он же считается моей территорией. Ready for action. Так, встану тут, лечиться буду пока. Чтобы еще варвары не приехали. No problem. Разведуправление. Да, но расти некуда, нету счастья. Я просто видите, на производство стоит фокус, поэтому инженеры у меня и появляются. Ну, давайте, не знаю, юнитов построю. Сейчас, кстати, еще не апнутые есть. Еще 9. Еще мушкетеры, еще 9 стрелков. Можно было бы, наверное, и апнуться. Так, где я ТЭЦ строил? ТЭЦ, точнее. В Йорке? Да, вот, в Йорке, типа уголь. Значит, теперь у нас фабрика должна плюс 50 делать.
А нифига. Ну вот же, тест достроен, дает электричество, источник энергии. То есть я так понимаю, что я зря потратил на это... Подождите. То есть фабрика сама по себе... А эта фабрика сама по себе не делает электричество. То есть надо еще какую-нибудь эту строить, чтобы электричество появилось. Блин, у меня тут постоянно восстают эти города. Неприятненько. Так, а как мне это... Как мне это вообще исправить? Англичан 6, про надо только, чтобы наших просто больше. Ну тут вот уже нормально англичан. Кстати, в Самарканде еще нет. Бешбалык норм. Ладно, я сюда переброшу этот юнит. Он посильнее типа будет. Так, общественный транспорт тут тоже пока не нужен. Ну, то есть я ТЭС зря построил, потому что она дает электричество, если есть у меня уголь. Вот, ну, тут, конечно, с переводом есть много вопросиков к переводу. А угля я не могу пока ни у кого купить. Кстати, может мне лучше пулеметчика, потому что он может перехватывать самолеты и плюс 50%, если огнестрельный. А я строю пехотинца, который просто 20 и плюс 25%. То есть этот против современных юнитов лучше стоит. Как у нас корпорация работает. По какой-то причине где-то содержание больше. Арабы великий изотчих основали. На свободу слова и равноправия перешел. Но правда госсобственность единственная. Ну вот все еще только Эфиоп. Не события, пока что вы плохо к нам относитесь. Что я там сделал? Вот ничего такого не делал. Какой-то поклёп происходит, мне кажется. Так. Никто ресов нормальных мне не хочет продать. О, уголь. Готов, Юстиниан, уголь. И вот, давайте сидящий бык. Мне кажется, ему просто нахрен не нужен уголь. Да, ну, короче, я могу... Знаете, что сделать? Хорошо, сейчас еще глянем, что Юстиниан... Может, я могу, типа, на какой-то ресурс? Мрамор. Может, давайте ему мрамор? Не хочет мрамор. Просто деньги не предлагаются, потому что у меня минус идет. Мне надо сделать, чтобы у меня не было минуса. Так, Юстиниан. 83 золота вход, ни хрена себе.
И этот сидящий бык. 80, а тут без вариантов. Блин, 83 золота вход как-то. Или надо? Ладно, я, наверное, приму. И вот теперь заходим в Йорк. Еще 50%. Видимо, может следующим ходом обновиться. Ну, подождите, а уголь вообще у нас появился? У нас уголь пока, видите, не появился. Наверное, еще не обновилась инфа. А, зато железную дорогу могу уже строить, блин. Так, го железные дороги строить. Блин, там ап был. Не понял. Блин, вообще не помню, чтобы я тут рыбацкие лодки поставил. И главное, визуально хреново это видно. Тут есть рыбацкие лодки уже. Баммер. Ну, мне больше некуда их. Ладно, тогда плавай, исследуй территорию. Блин, не хочется везде тест строить. Наверное, надо. Раз у нас уголь появился. И вроде как со здоровьем все зашибись. Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи будут только богачи. Ну, Бродвей, наверное, имеет смысл. Так, я хочу посмотреть, что сейчас... Уголь есть. ТЭС этот строится. В Йорке. А почему в Йорке угля нету? Есть у... Блин. А, я тут... Блин. Я тут, короче, я вспомнил вот это чудо, где оно? Национальный парк, смотрите. Город потеряет доступ к ресурсу уголь. Так что здесь ТЭС можно вообще просто даже удалять. Хотя не знаю, можно ли тут продать здание? Походу нет. Блин. Обычную дорогу, а железную между большими городами проведем. Там точно не нужна она прям везде. Сначала тест, потом будем чудо. Вот, тут тест есть. Тут есть уголь и плюс 50% здания, плюс 50% электричества. О, вот это я понимаю. В общем, может, здесь построим Бродвей. Пускай он влияет, тем более. Там плюс 50% культуры. Культурные победы мы вряд ли здесь побеждать будем. Но влиять вот на этот город я хочу 53%. Так, тут два хода еще восстания.
совместная оборона. Крупинки золотого песка, намытые в ручах, привлекли в район месторождения толпы желающих разбогатеть. Так, бум, пройдет плюс один к населению, финансировать. Плюс три к населению, финансировать. Прекратить торговлю с Устинианом, с Саладином, отдать Нинксея. Там... Ой, еще и Самарканд восстал. Ну, и так, по очереди. По-моему, мы очень... Быть нашим вассалом... Монголам очень выгодно. Эсминцы уже плавают. Тут смотрим, уголь есть. Плюс 100%. Кайф. А, кстати, вот теперь можно и общественный транспорт. Не, подожди, ну нам... А, я уже что-то в другом городе строю. Разведуправление. Так, ну тут давайте продолжим. Пулеметчиков. ТЭС. О, минус. Общественный транспорт. Литейное производство. 50% плюс 100% ресурсы. Ну, давайте ТЭС. Потом сразу больничку. Слишком много денег стоит. Так, сейчас в Тибризе должно закончиться восстание. На один голос больше, чем необходимо. Блин, мы у бедного священного быка все города, которые он позахватывал, вернули монголу. Не растем здесь. И здесь не растем. Может, бункеры построить? Блин, они как-то далеко от фронта, лучше армию, может. Пока. Пожалуй, возьмем. У нас в Тибризе, да, убрало несчастье. Так, что еще? Так, а по техам никто ничего не продает. Ну...
потехам, вот мы с Майей идем вместе. Юстиниан где-то недалеко. Все остальные, по-моему, так прилично отстают. Даже Эфиоп уже начал отставать. Причем Майя вассал Саладина. Это я не понимаю, почему он с ним не делится или там не передает техи. Американцами зачем-то хочет прекратить торговлю. Нет, за деньги мы не будем науку. О, еще у нас инки, оказывается, еще были. Вау. Так. Ну хорошо, продолжим без бананов. Хорошо, без золота. 23 вход. Возьму. Так. О, великий шпион у нас появился. Ну, то, не то чтобы меня это радует. Нафига он мне... Опять восстание в Табризе, да блин. Так, железная дорога проведена, надо к Лондону. Знаете, как первая железная дорога в Англии, она же не к Лондону была проведена. По-моему, между Ливерпулем и Бирмингемом, если мне не изменяет память. Так и у нас первая железная дорога между Ноттингемом и вообще Бежбалыком. Так, что он умеет? Скотланд-Ярд. Плюс 100 к очкам шпионажа. У нас вообще очки шпионажа. Где максимум? В Йорке почему-то. Джеймс Бонд. Бонд. Джеймс Бонд. Слушайте, а тут же, по-моему, кругосветка. Но я не могу кругосветку сделать, потому что сверху и снизу льдами перекрыто, так что... На кораблях тут кругосветку никак. Делаю бункеры. Стадик давайте, а потом... Реально сухие доки. Так, ну давайте стадион, раз тут все счастье никак не придет в норму. Ну вроде не должен типа отвалиться прямо. Не должен. Уже у монголов булавоносцы, катапульты ездят. Понимаю, понимаю.
по-моему, можем снизить сигнал. Не, наверное, не можем. Кажется, нам дирижабли не нужны. А давайте попробуем еще шпионами что-то сделать с этим городом. Вон, 53 на 46 в мою пользу. Неужели мы его никак не переманим? Так, и у нас сейчас заработает уран, получается. А чей мы обнаружили? Чего нет? Мы уран продавать если не будем. Если сияние тысячи солнц одновременно зажжется в небе, это будет подобно славе всемогущего. Я стал смертью, разрушителем мира. Фильм посмотрел. Ну, это, собственно, цитата его. Ну, не его, конечно, это цитата из... Бля, откуда цитата там? Бхагавад-гиты, что ли? Да, из Бхагавад-гиты. Еще инженер. Так, там, наверное, можно еще какую-то корпорацию. Нет, нельзя. Вторую вот этот открыл уже. Блин, кстати, а это круче. Культуру бы давало. Ладно, что у нас по чудесам? А какую-то теху открыть, где чудо будет. Что у нас тут имеется? Гора Рашмор, кстати, чудо. По-моему, прости, гора Рашмор, по-моему, минорное чудо, не большое. Да, это малое чудо. Так, Бродвей я строю, так. О, давайте, наверное, радио рок-н-ролл попробуем заинженерить. Конфуцианский храм. Тут железные дороги проводим. Нитки железных дорог опоясывают Англию. Вот видите, оно открывает. Ну, кстати, вот это тоже логично. Мне нравится, вот в пятерке и в шестерке надо типа самому все проекты проводить. А здесь проект Манхэттен типа открывает возможность применения ядерного оружия для всех. Логично, потому что в реальности, собственно, американцы сделали, потом у них сразу практически в тот же год все и по спирали все эти. Вообще даже не по спирали, а были предатели. Ну как предатели? Розенберги считали, что нельзя одной стране иметь ядерное оружие. И я, в принципе, наверное, с ними соглашусь, даже несмотря на то, что это досталось Советскому Союзу. Когда у двоих ядерное оружие, оно уравновешивает, оно заставляет договариваться.
Ну что, эсминцев под настроем. Блин, Бродвей кто-то построил. Так, где мои шпионы? Уже 53% англичан, 46% эфиопов. Пока внутри пускай Кентербери стоят. Кентербери или Кентербери. Кентерберийские рассказы Чосера. А был ли Чосер в этой версии Земли? И тут не проплыть. Или проплыть? Consider it done. Так, хорошо, шпионов, я думаю, строить. Еще одного эмиссара. У нас, по-моему, в одном городе больше еще нету. Парочку конфуцианских миссионеров еще. Да, жалко. Чуть-чуть Бродвея не достроили. Процентов пророк. Мне вот точно не инженер нужен. Давайте художник, ученый, торговец. Вот так распределим, чтобы шанс пророка был выше, чем всех остальных. Подождите, я могу пророка больше добавить? Да. Я вот этого уберу. Так сделаем. Священнослужителя, типа, больше сделать. Так, ну рок-н-ролл я точно заинженерю. Сможем тогда музыкой на Бродвей. Почему все американцев не любят, не пойму. Я и про игру имею в виду, и про реальный мир. Так, ошибка рабочего привела к воспламенению горящего материала. Фабрика сгорела дотла. Ужесточить меры безопасности. Устранить последствия пожара и восстановить здание. Вот это. Не будем заново фабрику строить. Так. У нас даосизм везде, да? Тогда давайте распространять... А слушайте, все-таки можно, наверное, проплыть? Сейчас попробуем кругосветочку организовать. Хорошо, тут дороги не требуют никакого содержания. Так, а корпорат у нас где? В Ньюкасле только не был. Конфуций.
пишет поделиться своими идеями с жителями Тифлиса. Это ж Тбилиси современный, правильно я понимаю? Так, еще один конфуцианский миссионер, давайте сюда. Так, слушайте, ну мне... Ну ладно, давайте, наверное, пулеметчиков. Армии тут много не бывает. Так, ну давайте, давайте с Юстинианом прекращать торговлю. О, контрразведчики Эфиопы схватили шпиона в Адулисе, нифига себе. Против пехотных, да не. Тут уже чисто с этих, про этих надо. Так, 46-53. И опять не получилось. О, получилось. И стало 44-55. Блин, ну когда-нибудь к нам отвалится вообще, интересно. По могуществу. Ого, как я слаб. Смотрите, сука, армия. У Юстиниана вообще, блин, какой-то улет. А что демография говорит по поводу солдат? А, я 10-й. По всему остальному 3-й, 4-й. Ну, то есть отстаем. Ну, Лондон, Ноттинг, ну, гора... три первых города мои. Не знаю. Ничего не знаю. What's the plan? Waiting your orders. Tell me what to do. On our way. As you wish. Не удалось, да, сизм распространить. Эх, фак. Так, еще шпионов что-то опять... Как-то не слабенько. Адулис. Здесь культура 335. У меня заход через 42. То есть, в принципе-то... Набираю. Что мне интересно, почему так конфуцианство, типа, в процентах слабо распространено? Опять американцы. За 15 золота, биологию, уран за железо. Ну, прекращаем торговать Юстинианом. Так, у меня такой вопрос.
24% 14%, а тут всего 8,4%. Хотел посмотреть таблицы отношений. Все так к американцам все. Плюс 1 с Вавилоном. Минус 4, минус 3, минус 7, минус 5, минус 5. Плюс 7. Минус 3, минус 13 с Эфиопией. Эфиопия, вообще, прямо говоря, со всеми как-то не очень. Вот именно у Эфиопа хуже всех со всеми отношения. А вот и Линкольн объявил войну Эфиопу. Ну, правда... А, ну да, они соседи. Ну, это интересно. И он, кстати, обгоняет Эфиопа по... Интересно. Слушайте, может мне тогда вписаться? Пятьдесят семь на 42. Шестьдесят на 40 уже в нашу пользу. Такого флота, хотя он еще и пускай еще один эсминец построится. Let's get moving. Ну, смотрите, уже видите, как клетки. Он просто вдается, у меня уже культура вот эта вот все его клетки забрала. Не скажу, что прям супер какой-то город, но камень, наверное, мне отойдет. Просто приятненький. Let's get moving. Так, а тут все обработано. Тут домики построены. Ага, не построены. Вот сюда нам надо. Не, подожди. Нет, дом построен, блин. А что, каравелла не апается, что ли, ни во что? Эсминец. Требуется. Да, видимо, все-таки на своей территории надо быть. Ну, вообще логично, с одной стороны. Потому что, типа, например, у вассала может просто не быть ресурсов. Как бы. Я пехотинцев строю, чтобы уже, наверное, нападать на Эфиопа. Раз там пошел замес. С американцем.
Ну вот этот, мне кажется, город точно возьмут, как-то он прям вдается. И в одно прекрасное новейшее время она выходит из поезда на Нью-Йоркском вокзале. Спасителя. Ты знаешь, что ее спас рок-н-ролл? Прям три техи. Эйфелева башня. Радиовышка в каждом городе бесплатно. Рок-н-ролл. И статуя Христа Спасителя. Нет анархии, смена парадигмы происходит максимально быстро. Скорость производства удаля. А, ну мистик. Так, ну я думаю, что на этом имеет смысл серию закончить. Давайте глянем, как мы идем по технологиям. Ну вот Саладин, кстати, СМИ, военная, вот Саладин как начинает вперед вырываться. Юстиниан, у меня нету такого ощущения, хотя он там арту открыл. По порезам. Ага, Бродвей построил Майя. Ну, я с ним обменяюсь, когда... Тут вон еще что-то есть. Давайте мюзикл за свинью. Да, нормальное соглашение. Так. Бананы, золото. О, он не хочет вообще со мной разговаривать. Вау. А чё так? При том, что у нас нету войны. Ну, пожалуй, поменяю уран на бананы и золото, потому что это инки, они тут отстают по техам. Мне кажется, он не может мне ничего сделать. Так, с другими не буду торговать. Технологии никто вообще не хочет. И война Линкольна. Или может нам кого-то... Ну тут, кстати, кроме меня-то больше не на кому. Не знаю, можно... Кого-то вот с того берега... Ну, не знаю, не хочется, например, Саладина подключать к этому всему. Как-то такое. Так, давайте глянем, пройдет ли распространить культуру. Получилось. 60 на 39. Вот на этом, пожалуй, и имеет смысл все-таки серию закончить. Сейчас демографию включу. Я хочу посмотреть еще графики. Слушайте, Византия и по деньгам уже обогнала. И по продукции. И по пище, и по могуществу, по культуре только я. Так вообще странно. Потом Византия так ломану. У нее городов много. Городов вот видно, что прям... Мне походу надо все-таки с Эфиопом воевать и захватывать. Вот эти там уран еще будут. Кстати, у Византии есть уран. Видимо, ядерки будут готовить на Византию. Ладно, на этом точно все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина. Продолжение, видимо, завтра.